канализации, сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, в некоторых местах встречаются образцы труб, которым по 90 и более лет. Общественный совет при Минстрое отметил, что из-за высокого износа коммунальной инфраструктуры она не отвечает требованиям населения. По данным единой системы мониторинга устранения аварий на объектах ЖКХ, ежемесячно в России происходит более 6500 аварий. За границей продали первую конфискованную яхту российского олигарха. Суперяхта «Аксиома», которая принадлежала миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, была куплена за 75 миллионов долларов в 2013 году. После начала спецоперации России на Украине ее у олигарха конфисковали. Предложенная